ИГИЛ делает ставку на высокотехнологичные теракты. Боевики готовят атаки в Евросоюзе с помощью дронов. Такую информацию обнародовали спецслужбы России. По данным Life, лидеры запрещенной группировки ИГИЛ решили перейти на новую схему на совещании в сирийской Ракке. Экстремисты перешли на беспилотники, поскольку правоохранители предотвратили... Радикалы установят на летательных аппаратах мощную взрывчатку. Как только дрон приземлится на объект, ну, например, машину, террорист с помощью радиосигнала взорвет бомбу. Как говорят эксперты, даже покупать беспилотник экстремистам не нужно. Любой коптер можно перенаправить, если поймать сигнал. В Москве есть зоны, в которых глушат сигналы и коптеры.